Всем привет! Если вы хотите убрать звук клика мыши или же включить, а также заменить его, то сейчас покажу, что можно сделать. Но для начала давайте послушаем, как звучит этот самый клик. Происходит это во время перехода из папки в папку. Слушаем. А теперь в системном трее нажимаем на значок динамика правой кнопкой мыши. Выбираем пункт звуки. Переходим во вкладку звук. И здесь ищем проводник Windows. Начать обзор. Выделяем его. Если вам нужно включить звук щелчка мыши, то устанавливаем нет. То есть выключить. А если включить, то начало обзора. Или можете поменять на любой другой, какой вам больше нравится. Давайте установим нет. Нажмем ОК и проверим, есть ли изменения. Так, отлично. Звук щелчка мыши теперь не воспроизводится. А на этом все. С вами был Александр. До новых встреч!